еще раз основные элементы процесса. Основной элемент это является результат бизнес-процесса. Результат это получение на выходе некоторого результата, удовлетворяющего заданным требованиям. Также важное понятие это владелец бизнес-процесса. Это лицо, которое полностью отвечает за получение заданного результата. И также он обладает полномочиями для управления ресурсами, то есть для обеспечения процесса всеми необходимыми ресурсами для выполнения. Следующими элементами это исполнители бизнес-процесса. Это команда специалистов из различных функциональных областей, ну, может быть и не из различных. То есть один процесс могут выполнять различные роли. Это как может быть и менеджер по продажам, может быть закупщик, может быть производитель. То есть из различных команд может быть исполнитель, то есть в зависимости от процесса. В этом он и отличается также от обычной иерархической структуры. Ну и входы процесса – это какие-то ресурсы материальные, информационные, которые необходимы для выполнения и получения заданного результата. А также очень важное понятие – это декомпозиция процесса. То есть практически у всех разработанные процессы имеют декомпозицию. Декомпозиция – это разбиение какой-то сложной задачи на более простые подзадачи. Также в процессах он применяется, то есть мы свой процесс разбиваем на подпроцессы более детально.